Всем приветик, пусть это будет новый влог. Уже попрыгали на батуте, со знакомой встретились тут, да. И на машине, да, дерево София врезалась на машине, покаталась. На этой площадке она очень классная. Во дворе мы не играем, потом расскажу как-нибудь не при ней. Вот больше на нашей площадке она не хочет. Все, да? Играть. Так что вот, будем ходить. Брат. Какой у тебя еще брат есть? Что придумываешь? Мой брат Вадик. А, это твой дядя. Брат. Дядя. Так что брат. Будем по площадкам гулять, ходить. Ну что, куда дальше? Так, хоть поснимать ее чуть-чуть. Очень мне нравится эта площадка. Тут, конечно, дети не все такие дружелюбные. Но благо мы с площадки с нашей встретили маму с девочкой. Они тут поиграли хоть немножко. Да, они пошли уже к бабушке домой кушать. Эля уже ушла. Давай, давай. Давай. София, мне тебя тяжело держать. Давай. Поиграли хорошо с Элей, да вы? Давай, Соф. Раньше ты сама залезала, что все стала бояться. А меня обувь такие. Ну, красивые. Чуть-чуть большая, да, с каблучком, да? Да, я другие одею потом. У тебя столько платьев. Все одно и то же, турецкое надевает. Ой, ладно, погуляем. Потом расскажу, что у нас там произошло на площадке. Аккуратно. Сегодня опять на этой площадке. Все, видишь, сама залезла. Вот, хотела рассказать, почему София не играет на площадке. В общем, вода там, вода, потому что дождь шел. В общем, у нас во дворе, в соседнем доме, мужчина молодой пил на площадке, музыку громко слушал. В итоге потом его там... До чего допил, что камни стал, короче, к соседу кидать в окна. Ну и этот сосед его толкнул в дерево, у него кровь потекла, короче. Да. Я вызвала полицию, потому что он не давал детям играть спокойно на площадке. То ходил, то орал, то музыку включал. Ну и все. И из-за этого мы теперь на площадке не гуляем. Я стараюсь при ней не говорить. Мы сегодня, ну, вчера разговаривали с психологом. Она говорит, рассказывайте, какая-то красивая площадка, как на ней хорошо. Я говорю, понимаете, она сама говорит. Я ее постоянно увожу с этой темы. В общем, ладно. Так что так. Но она говорит, что она очень такая вот впечатлительная, такая вот еще, у нее еще мозг не готов к таким картинкам тяжелым. Вот. Поэтому, ну, время пройдет и все будет хорошо. Ну, забудет, пройдет 2-3 недели. Она забудет, я думаю. Вот. Сегодня Владик нас привез сюда. Мама мне, кстати, сидела 2 недели на карантине. Можно теперь сказать, плакала ты сегодня, но бабушку расстроила, не слушаешься нас. Ладно, вот, так что все хорошо. 2 теста положительные. У нее женщина заболела коронавирусом, работница. Ой, какой ветер. Дождь скоро начнется. Владик нас привез, но скоро нас заберет. Ой, девочка, хочется куда-нибудь встать и постоять. А еще хотела сказать, у меня такая слабость, мне ничего не хочется. Мне хочется где-нибудь рухнуть и постоянно лежать. Вот я хочу записаться к терапевту, сдать кровь на гемоглобин. Просто вот такое состояние вообще слабости какой-то. Так что надо будет сдать. Хотя вот юдомарин пью, витамины я не могу пить. Витамин Е пью, витамин А, ну тоже там их надо постоянно, нельзя пить. Там месяц пропил, там надо отдыхать потом. Даже не знаю, что еще пить. Магний, ну магний он для сердца, тоже может надо. В общем, мне надо к терапевту и спросить, вот, что делать, как мне пить витамины, хотя бы даже... Ну, отдельно их пить, там, купить и как-то по отдельности их пить, но там, месяц эти, месяц эти, как-то надо будет поспрашивать, как мне пить, что-то надо. Вот, и, ну, там, стараюсь фрукты, овощи есть, но
Не знаю, даже все равно состояние такое. Вроде так кажется, 2 часа там помыла помещение, протерла пыль. Не знаю, может, потому что уже это физическая нагрузка. Ну, не физическая нагрузка, просто уже это подустала немножко. Честно, жду отпуска. И сейчас в сентябре будет, ну, центр занятости как бы плюс-минус будет предлагать. Так-то ничего сейчас такого нету, чтобы прям... Ой, так еще неизвестно, как садик будет, тоже будет, не будет работать. Пока держусь за эту работу. Ну, посмотрим, что там центр занятости предложит, ну и... Посмотрим, в общем, насчет работы, что там дальше. Ну, надо другую, что все время тоже махать тряпкой нет сил. Или просто как бы с утра. Я не привык, я вообще люблю вечерами убираться. Я как начну там что-нибудь убирать, там пыль могу в 10 вечера вытереть. Для меня это нормально. Да. 9 утра уже со шваброй, с тряпками. Что-то как-то надо что-то другое искать. Вот, ну ладно. Будем с Софкой гулять. Погуляем. Это мы поедем. Она там ходит. То, что не орала, то не надену, то надену. На погоду у нее реакция, как обычно. Вырастет, научит себя контролировать. Сейчас она не контролирует себя, конечно. Не может себя сдерживать. Ладно, разберемся. Ну ладно, вот такие вот события, новости. Так что до связи. Поднимаемся на колесо обозрения. Сейчас пойдем прокатимся. Гуляешь? Да, гуляю тут. Уже чуть ли не почти медведя переросла. Тут уточек. Были на другой площадке, но я решила снять немножечко так. Как говорится, в городе небольшой такой оазис. Все, жали на площадку. Хорошо здесь. Очень хорошо. Свежий воздух.
Все, пошли на площадку или куда ты? Хотела показать такие книжки, в фикс-прайсе продаются. Классные тут, допустим. Так, пищеварительная система. И вот, все расписывается. Мочевыделительная система, но... Откуда эти клетки, да? Ой, класс вообще. Смотри. Да. Структура глаза. Да. Это что? А что это у нас? Это клетка поперечно-полосатых мышц. Это мозг. В общем, книга очень классная вообще. Система кровообращения. Все открывается. Вообще супер. Легкие, дыхание, пищеварительная система, скелеты, кости, нервная система, органы чувств, новая жизнь. А в коллекции вот такие вот. У нас уже 3 книжки. Город тоже очень изумительная. Одну взяла в подарок. То, что тут все открывается, можно посмотреть. Проектировщики, строительство города. Как зарождался город. Очень интересно вообще мотоцовкой, допустим, жизнь города. Да, тут аттракционы. Работа в городе. Таксист сидит. Тут получается. Сейчас скорая помощь. Сейчас где ж тут? Открыть-то забыла уже. А вот. Вот. Приехала скорая, да. Тете помогает. Тут вообще супер. Что тут можно показать? Метро. Покажи. Вот, когда эскалатор работает. Да. Это дядя вот, который контролирует за метро. Передвижение по городу. Классно. Техническое обслуживание. Можно я покажу быстро? Да. Техническое обслуживание. Такие разные здания. Это старый дом. Это самое интересное. Это... Город будущего. Ну, это, в принципе, Япония. Мам, такая. Сейчас. И земля. Видишь? Тоже очень интересно. Но сейчас. Так. Земная ось. Мам, вот. Я сама включу. Сама, да? И вот тут еще где-то есть. Как где тут еще? А, вот она. О, класс. Вот мы с ней, но изучаем. Надо, конечно, цифры, буквы учить. Стой. А мы тут землетрясения и вулканы. Круговорот воды в природе. Угу. Ей так нравится. Научится и читать, и писать. Но сначала надо буквы выучить. Мама, буду это пробовать лёд. С ней, да. Это лёд. В отпуске. Это лёд. 4,5 как раз будет, или сколько? В сентябре будет 4,5. Я не помню. Это... Это осадки. Осадки могут выпадать в виде снега. Да. Вот это водопад. А, читать все. Очень быстро все спрашиваешь. А это что у нас? О, это льдина, видимая над водой. Часть айсберга. Это примерно 10% всей массы. Ой, всей его массы. Сейчас. Изменение ландшафта. Сейчас мы будем с тобой смотреть природные зоны. Хочу быстро показать климат. Загрязненная планета. Классно вообще. И экология, охрана природы. Вот их аэропорт. Ну, вот я бы еще аэропорт взяла бы. И космос. И Войдок волк возьмем. Да, такой. И волк. Хорошие такие книжки. Мам. Тебе какая больше нравится? Совка, морковка. Это моя футболка. Извиняюсь. Еще не переоделась. А? Какая тебе больше нравится? Покажи пальчиком. Ну, покажи. Человек. Все. Но будем изучать человека, да?